дорогие друзья, присутствуйте меня на прогулке в Таиланде, недалеко от острова Пхукет. Еще один маленький остров, куда нас привезли, чтобы мы могли поплавать, чтобы насладиться красотой. Вот я вспоминаю стих из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Мир представляю вам, мой мир даю вам, не так, как мир дает вам. Да не устрашается сердце ваше, да не смущается. Я так думаю, Господь нам оставляет наш мир, что у нас хорошее есть, да, но Он дает свой мир, который превыше всего того, что мы можем получить на этой земле, на этой планете. Мир, который наполняет нас, мир, который мы можем, так сказать, иметь в своем сердце, и не только здесь, но и до вечности, и вечность этот мир будет переполнять его. Когда мы имеем этот мир в нашем сердце, то красота природы гораздо более воспринимается. Спасибо Господу за эту красоту. Аминь.